Более 300 партнеров со всей страны. Три дня насыщенной праздничной программы. Награды, подарки, достойные книги рекордов России. Именно так встречала свой юбилей косметическая компания «Мэйтан», которая 20 лет назад родилась именно здесь, среди Алтайских гор. За это время она прошла путь от скромной региональной компании до лидера российского рынка. Сегодня «Мэйтан» — это более 200 тысяч консультантов, несколько сотен продуктов для здоровья, красоты и собственное производство в Барнауле. Я уверена, что в ближайшие годы, 5, 10, 15, мы будем только прирастать новыми людьми, мы будем прирастать новыми странами, городами, оборотами и, самое главное, счастливыми людьми. Солнце внутри. Жизненная установка «Мэйтан» — не просто слова. Компания открыла в разных городах России 43 игровые комнаты в детских больницах. Самые активные участники благотворительного проекта были отмечены на сцене. Кульминацией праздника стала презентация подарка от президентского совета «Мэйтан» — портрета президента компании Любови Ливанюк, авторства художницы Евгении Сковард. Работа размером 8 на 12 метров, выложенная из продуктов компании, теперь претендует на место в Книге рекордов России. Праздник завершился концертом народной артистки России, которая специально приехала поздравить компанию с юбилеем. Мэйтан! С днем рождения вас, дорогие друзья! Живите счастливо, берегите себя и своих близких. Пусть все в вашей жизни ладится и будет замечательно.